Всем привет, уважаемые подписчики и наши уважаемые финалисты. Сегодня финал, поздравляю вас! Вы прошли финал, это уже, я считаю, победа. И сегодня мы узнаем победителя, нашего сокомандника и победителя этого проекта. И что ж, начинаем! Сегодня у нас будет три этапа. Первый этап – удары из-за спины. То есть, вы знаете, из-за спины будем кидать мяч. Даем один раз стукаться и бьем. Второй этап – один на один против ментора. Сначала ментор обороняется, потом ментор атакует. И третий этап – будем играть в футбол 4 на 4 в штрафной площадке по одной атаке. Ну что ж, удачи вам, финалисты. Пусть победит сильнейший. Блин, футбол, футбол, ну, в принципе, я смогу. Вот это вот выходы один на один, вот это будет самый страшный момент. Короче, я Джиги первый, император тут, король. Хорош! Хорош! Кто первый у нас пойдет? Ладно, мембар, слайд. Сейчас мы покажем нашим ребятам, как надо разговаривать на камеру вообще, чё как. Я чувствую себя как Алиба, потому что тоже первый. Касон. Так же ударил, так же. Что это за реакция? Идеально кинул, Даня, красавчик. Блин, чуть. А вот меня так не кинул, да? А салт цех что-то ментор варку все лепит. Кас, салам. Это все участники курсу лепит. Раз, два, три. Четкие помешали. Пока Тима говорит, что мы не умеем на камеру этот разговаривать, то мы сейчас я его просто прохороним, просто закроем. Давай, родной. Делай красиво. Давай. Хорош! Так, ну чуть-чуть остался. Ну, я уже приложился к удару. Это уже хорошее начало. Мин, баргой. Давай. Кас, салам. Давай еще. Я так же. Ай, залетит! Так же, так же. Даня, Даня, почему ты вверх кидаешь? После первого раунда Азикен забил, единственный, и мы проигрываем, ментры проигрывают 1-0. О! Идем ко второму раунду. Короче, я первый, и я буду выбирать Аксултан, Акс! Просто берешь, он же левша же, левую сторону ему даешь, и по-любому знаешь, что он дынь. Ну давай, верим в тебя. А, вон-то он что-то говорит, да, в камеру. Я тоже ему скажу, сейчас его вот. А так, оп-оп, и все, он уйдет. Опа, 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 оп, оп, да, да, ну, 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 хорош, Акс! Эй, эй, Акс, Акс, ну, все же, я забрал же, по идее, отобрал же, по идее. Короче, специально выбрал самое сложное, сейчас пацанам даю шанс, сейчас пройдем. Ну, ты же понимаешь, что каждый гол важен здесь. Да, да. Ну, давай, делай. Арчи, извини, пожалуйста. Ужас.
Арчи, Арчи, извини, пожалуйста, еще раз. Амбалтандын. Ого, самый сложный выбрал слово. Самый большой у ЗДшников, самый маленький. Давай. Самых одаренных футболистов выбрал самого маленького участника. Ладно. Давай, давай. Все. Отбор, отбор, отбор был. Ничего. Короче, я беру Тиму правшу. Кеттик. Тима правша? Думаю, податься, не податься, прям сейчас. Думаю, что просто, когда у меня чуть-чуть отпустит, я быстро в подкате выбью мяч. Психологически. Давай, 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 пойдем. Даня, Даня, не надо, Даня, я сейчас... Оп! Что за удар? Ну это коронное упражнение Тима Левши. Да ты гонишь! Браво, братан! Али, хорош, Али, хорош. Сайло веката? Келингс. Бля. Готовый? Я пошел. Резрюет. Гэнгста и Сайло. Ой! Сайло, мы сейчас ему отомстим. Сейчас я сделаю грязь! Аги! Эй! Ай, хорошо! Мы Серхио Рамос ломим, мы накем Серхио Рамос, так что что там? Во втором раунде у нас ничья, переходим к финальному, третьему раунду. Будем играть 4 на 4 в штрафной площадке. Друзья, всех приветствую, казахстанский футбол на подъеме, и этому доказательство наш первый выпуск, который вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале, и, конечно же, совсем скоро мы запускаем проект совместно с Казахстанской Федерацией Футбола и Профессиональной Футбольной Лиги по реновации футбольных полей, так что совсем скоро вы увидите анонс этого проекта, и, конечно же, оставайтесь вместе с нами и вместе с нами развивайте казахстанский футбол. Объясняю правила, зеленая команда начинает атаку, оранжевая команда должна отобрать мяч, провести свою атаку, либо вывести мяч из штрафной площади. Две команды играют на счет, побеждает та команда, которая забьет больше всего голов. По футбольному принципу. Все, ребят, мы начинаем. Пошла жара. А, Гельса, ты мой. Акс против Акса. Амбал с мячом. Амбал попадает в штангу! Свои ворота. Амбал больной, блин. Свои ворота чуть не забил. Игра такая, нужно в шкаф выиграть. Подойди сюда. Дай в него прыгну. Смотри, смотри, не, не. Сейчас берем просто в линию. Ставим просто в линию. И этот, я последний остаюсь. И Синдер, ничего, не к шаху же группе десен, да? Я последний тоже выбегаю, левую и правую сторону. Ты себе накатываешь и бьешь просто ворот. Да. Просто первый попасть. Эй, Левшан, Айрамас, ё-моё. Не, Сайландр Атанарам. Видели же, как он меня посадил, да? Пацаны, пацаны, пацаны. Делаем нас по кухне. Часы? Сколько время? Время! Уничтожать, мазафака! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай!
جیت بید. Всем привет, футбольная семья! С вами я, Амбал, и у меня есть для вас кайфовая новость. Джусан запустил карту для детей и подростков Джусан Фэмили. Это как SD Family, но Джусан Фэмили. Эта карта не просто для оплаты и переводов. Она конкретно учит, как зарабатывать деньги и быть грамотным. И если тебе от 6 до 17 лет, то смело открывай карту в приложении Джусан и контролируй свои деньги. Джусан Фэмили – это когда ты ставишь себе цель и копишь на мечту, и вся семья скидывается на твою мечту. А еще я себе настроил самые повышенные бонусы. Сразу он без процентов кайтар балам по своей категории. Ты тоже можешь выбрать свои кафешки, доставка еды, такси, одежда и другое. Чем больше покупаешь, тем больше бонусов получаешь. Выбирай свой дизайн карты и оплачивай чисто в одно касание. А так, кузене, футбольное поле отандаваться. Джусан Фэмили – карта для тебя и возможности для тебя. По итогам трех туров победили наши финалисты, красавчики, поздравляем! Поздравляем, Муха! Молодцы! Гангстерский район, пацаны! Поздравляем вас с победой, но сейчас ваше настроение чуть испортится, потому что победителей будет не 4, а всего лишь один. Мы пошли Ахуласуа. Первый этап, второй этап, третий этап. Это фигня. Мы все прошли. Самое страшное – это финал. Это финал. Финал – это то самое чувство, когда ты боролся, у тебя остался один шаг, чтобы играть в этой команде и делить с ними раздевалку. Но здесь, сейчас, они могут закрыть тебе все и сказать, ты не проходишь дальше. Но мы все будем надеяться на хорошее. И надеюсь, что я пройду дальше. Нет, пройду я. Кого вы видите победителем этого проекта? Честно скажу, финалисты не вау, да? Ты как-то по... Мы, видишь, старались делать все честно, и у наших фаворитов где-то что-то не получалось, и пришлось их, ну, грубо говоря, выгонять с проекта. Поэтому главных фаворитов нету в финале. Да, у меня было два фаворита. Это было Жан Туре и Хортов. И Хортов. И обоих нету в финале. Да, и обоих нету в финале, но опять же, ну... Меня сейчас не кормит. Просто я вот так смотрю по футбольному. Это только вот. Да, по футбольному нам не надо. Да, но это Азикон, он сегодня. Нет, хоть какой бы сильный не был футболист, в 16-17 лет он не усилит нашу команду. Да, нет. Так что нам не нужны футболисты. Для этого есть проект «Хочу в СД». Да. Мы там взяли сильного футболиста, все. Здесь мы берем человека, который поможет нам достичь оценки в 1 миллион в ТикТоке. Нет, по футбольному сильный был Азикен, он 2 гола забил. Да. Вот. Ну, на камеру 0. А если по Медина, мне кажется, гангстер. Что там? Пацаны? Медина, дегенде, как-то Медина ему школа. Тот же самый условно Кортах, Жан Туре были бы поярче. Футболисты нам не нужны. А объективно самый Медина из них. Да. Ален тоже. И Ален приходил на каждый тур с перформансом. Во-первых. Во-вторых, он братишка Арчи. Будет куча инфоповодов, которые мы можем опубликовать, сделать контент из этого. Он поможет нам в медийном развитии клуба. Да, ну понятное дело, что сейчас, если Ален выигрывает, даже сейчас уже, я думаю, к финалу уже там явно в комментариях вижу, что Ален дошел до финала, потому что братишка Арчи. Просто забудьте об Арчи, просто забудьте, что он существует, и посмотрите объективно на парня, насколько он старается в этом проекте. Да. Плюс он был в зоне риска. Да, он бывал, да, в зоне риска, да, он выходил. Кстати, он выбил Хортуса. Да, мне кажется, гангстер, знаешь, такой, андай, хатты футбол ойнамаса, да, андай, көп контент жататсек, футбол ойналмайтын карандаш, андай, типок көп. Не, давай тогда вот так сделаем, по одному на камеру, на камеру мисс, да, Ершат, сам кили, ты будешь потом, это, ну, по одному, чтобы друг друга не слышали. Ребят, ну вот, подошел к концу финал. Долго томить не будем. Можно я сразу передам слово Сайлобеку? Он объявит имя победителя. Просто охота от себя сказать, пацаны, вы красавчики. Да, вы красавчики. Именно так я начну свое слово. Каждый из вас большой красавчик. Каждый из вас прошел путь от
снятия ролика до финала проекта «Я СДшник». И на самом деле каждый из вас победитель по-своему, потому что чисто по голосам выиграл один человек, на один голос всего лишь больше было у него, чем у остальных. Это говорит о том, что очень сложно было выбирать между вами. Это, наверное, в первый раз, когда именно на один голос вот так вот победитель у нас выясняется. Не буду томить именно, кто проигрывал, кто не победитель, а лишь назову победителя. Можно вот очки снять? Да, очки сними. И подойди сюда. Да, вот. Просто, ребята, вы все молодцы, но сегодня победитель – это... Гэнгста. Ема! Пацаны, ема! Рахмет, көмірде, рахмет, рахмет, пацаны. Рахмет. Гэнгста в нашей команде теперь, в нашей семье. Поздравляем тебя, Гэнгста. Теперь будешь лавку полировать. Вместе с ним, вместе с ним. Мерси, мерси. Рахмет. Кочала? Коп-коп, рахмет. Джусан Банк, Ирасутбек, Сайландр, Тима Левша, Асултан, Даня, Амбал. Бәріне рахмет. Все, спасибо большое вам всем. Пацаны, очень рад, честно. Я реально благодарен всем, всем пацанам. Мы все переписывались в WhatsApp, мы все общались, мы делали все красиво. Мы все были друзья. Сейчас. А победитель только один. И я не ожидал, что я именно выиграю. Была цель победить, была цель, но никогда не думал, что именно я выиграю. Аллах Ашкар, я молился Богу очень много. Я говорил то, что я могу выиграть, но не ожидал я этого, понимаете, не ожидал. Спасибо большое, плакать охота, но не буду я. Но, блин, сердце горит, все, я не могу, больше нет слов. Ален, у нас просто... Вы должны и нас понять, мы не можем просто двоих, троих, четверых, всех сделать победителями. Бірақ адамды аламыз, мы только один-единственный победитель, мы все это время говорили, что один-единственный будет. Мы понимаем, что вот знаете, вы прям максимально вплотную подошли, чтобы стать победителями. Ну, потом уже в роликах вы поймете, какие были ошибки ваши, где нужно добавлять. Медийной части по медийной развиваться, да, и физически просто окрепнуть. Азикон, я саған сөйлеу керек көбірек камераға. Тек футбольны, мен саған былай там, негізі футбола, сен жасы нешеде? 17 жаста. Сен әлі дамып, кәдімгідей, профессионально ойнай аласың. Сондықтан сен әлі медиаға баратындай, жақсы андай, задаток дейді ғой, жақсы характеристикаларың бар, сондықтан саған болу керек. Ален, у тебя и по футбольному ты стараешься, мы это все видим, и по медийному, поэтому... Ты в целом, Ален, ни для кого не секрет, когда у нас шоу-матчи, он тоже приходит как болельщик, Арчидің қасында живет, ағасының қасында. Поэтому он более-менее с нами вместе эту атмосферу чувствует. Поэтому мы сегодня решили, что Гэнгста должен ощутить вкус победы, потому что он именно и по футбольному, и по медийной части... Мы по голосованию решили, что он выиграет. Опять же, только на один голос было больше у него, чем у остальных ребят. Прошел, так сказать, финал, выбил Кортаха. В целом, я скажу открыто, что Кортах был лично моим фаворитом, так же, как и Жантуре, наш маленький мальчик. Поэтому ты сделал такой путь до финала, это тоже дорогого стоит. Даже подобрать слов не могу. Все эмоции отдал. Проект, финал. Даже если финал прошел, все равно победитель только один. Даже если вылетел бы в первом туре или в последнем, тоже бы не выиграл. Так что надо двигаться дальше, трудиться, быть лучше. Ну, думаю, что это, ну, то есть неправильно, но вы сами видели, что
я тоже старался сам свое показать. И сам мне брат тоже иногда говорит, ну, пытается мне, чтоб я сам свой путь нашел, чтоб я сам двигался. А так он мне ничего не говорит, иди в СД, он не зовет меня, я сам, то есть, хочу. Сам хочу попасть, честно. То есть не прям просто так зашел в команду, а честно выиграть вот этот проект. Но как мы поняли, я не выиграл, не смог. Может, в следующий раз будет или не будет, но это уже надо двигаться дальше. Короче, не знаю даже, что сказать. Көреміз енді осы финалда ұтылғаныма қатты расстраиваюсь. Келесі проектке обязательно келемін. Өзімнің бағымды сынап көремін және де бүкіл конкуренттерге буду рад. Бәріне рахмет және де осы Жусан банққа, осындай мүмкіншілікке Дидар ағамызға бәріне алғыс білдіремін. Мен бұл проектте финалға дейін жеттім. Бірақ маған шамалы медика жетпей қалды. Лучше профутболға барат шарым. И осы негізі финалға да жетпейтін ем негізі. Тохаға рахмет. Чуваки, всем привет. Этот проект «Я издешник» подошел к концу. Очень трудно было, во-первых, психологически, во-вторых, физически, но все, на этом закончилось. Я хочу выразить огромную благодарность, во-первых, пацанам. Мы все списывались, общались, где-то встречались хорошо. Хороший, нашли общий язык. Огромную хочу благодарность выразить Алимбаю, потому что, ну, этот человек меня вдохновил. Хочу сказать спасибо всему коллективу SD Family, Жусан Банк, за то, что дали такую возможность мне проявить себя, показать, на что я способен. И у меня была цель попасть в эту команду и развивать медиафутбол. Вот он я, вот он ваш продукт. Всем привет. Не боишься ли ты звездной болезни, как у Амбала? Я не хочу, не, надеюсь, куда из Ахтаса не хочу, я не буду болеть, наверное, за звездной болезнью. Ну, что, кто знает, кто знает. А если Амбал тебе не даст просто GoPro снимать? Если мне Амбал не даст GoPro снимать, то хера, выгорачивайся. Друзья, всем спасибо за сезон. Уважаемые болельщики, спасибо за лайки, спасибо за комментарии. Увидимся в следующем году на Я СДшник 3. Всем спасибо! У-ху!